Всем привет! Давно я так не ждала солнышко, как жду его сегодня с утра. Зная, что день будет пасмурный, тем не менее, бывает вот раз, выглянуло солнышко, все приготовила для съемок, ждала. Дело в том, что приехала Розетта. А вижу я ее впервые. Помимо вот этого яркого. И одновременно нежного перехода цвета. Все говорят, что она сильно искрится. Это я старый айфон принесла. Попытаемся увидеть. То, что она искрится с помощью дополнительного освещения. Вообще, однажды я видела, как снимают рекламу, и профессиональный фотограф сказал, не нужно смешивать искусственное освещение с дневным светом. Но мы сегодня это делаем. Кстати, неплохо получается. Видно, да? Что она немножко искрится, серебрится. Ладно, не будем мучить камеру. Да, это Розетта. Даже в имени уже слышно какое-то дворянское прекрасное происхождение. Вижу впервые два цветоноса. Орхидея шикарная, с корнями все тоже замечательно, я ее немножко снизу полью, она в единственном экземпляре, и она уже не продается, ее забрали. Да, света, конечно, сегодня не хватает. Я сниму ее на днях, если не отправлю к тому моменту, в солнечных лучах. Розетту я оставлю на столе, пусть стоит, и показывала не единожды. Оставляла цветоносы, отцветший, танго Маракеш. Один подрезала, один оставила на одном уровне, дали ответвление и уже очень-очень долго цветут. Мне нравится, когда цена на какую-то из орхидей снижается. Так произошло вот с этими, как я их называю, мутантами. Открытые пилоры, закрытые пилоры, трилипсы, бабочки. В общем, все, что предлагали, я все брала. Для чата. Хочу, чтобы вы имели возможность купить мутантов и недорого. Приехали превосходно. Доехали. Маракеш или танго, бабочки или трилипсы. Приехало много и едут еще в качестве прекрасном, с корнями все замечательно. Кора не крупная, как мне нравится, и я забыла вам показать еще одного. Вот видите, тут красок больше, там посветлее, и у меня еще отдельно же стоит, сейчас, секунду. Вот он. Наверное, надо немножко в сторону отставить. Близко-близко, вот так бутоны расположены. Сразу видно, что бутоны мутантов такие остренькие. И вот она, эта орхидея.
близко-близко расположены цветы с ответвлением. И вы знаете, я сейчас аж напугалась. Думаю, что это такое? Плесень, что ли? Я не знаю, что это такое, но оно пришло впервые. Если сравнивать с чем тут похоже, я не знаю даже, на какой-то чулок. Что это такое? И оно уходит туда, в грунт. Не знаю. Первый раз такое чудо чудное. Это представьте еще, и вот я смотрю, тут бутон лежит. Еще и оторвался, то есть только много на ней бутонов. Корни хорошие. Чулок дополнительно. Не знаю. В общем, пишите. Отправки пока поездами, но буквально к концу следующей недели у нас будет плюс 16. Я думаю, мы уже начнем отправку. Буду возить все в Ларисе. Вот эти танго Марракеш много есть, и еще много едут. Снизилась цена еще на одну орхидею. Это Тоши Пилор Трилипс с мутацией цвета. Цвет очень красивый. Это не простой обычный фиолетовый, описать я его не могу, но думаю, вы все увидите. У меня камера в принципе передает цвет правильно. Они крупные. Замечательно стоят, не капризные, на два цветоноса, мощная такая розетка, видите, какая прям мощь и жизнь от нее пышет. И с корнями тоже все, как вы видите, замечательно. А теперь немножко лета вам подарю. Это красотка Берри Ода. Свободная осталась одна, но они едут еще. Я заказала еще микс. Какие цвета поставят, неизвестно. Видите, еще и на бутонах вся. Какой-нибудь цветочек сейчас мы выберем. Или мне кажется, или они вверх ногами. Так, кого-то рассмотреть. Вот. Вот. Тонкий, нежный от них аромат. Освежителя воздуха точно не надо в той комнате, где они стоят. Неприхотливая орхидея, прям пышные, хорошие кусты у всех. Легко размножаются, легко делятся. Вы можете купить куст и поделить даже на двоих. Очень легко. Мы так делали и не раз. Еще когда закупались в Экофлоре. Даже на камеру это делали. Про эту орхидею я бы сказала, как корабль назовешь, так он и поплывет. Есть всем известная орхидея под названием Абба. Очень звучное имя у нее. И она всем сразу полюбилась. И все хотят именно Аббу.
ничуть не уступает ей вот этот биглип, который зовут и дочка Аббы, и внучка, и жучка Аббы, но уже как бы не Абба. На самом деле прекрасная орхидея. Что хочу показать, видите, вот вчера приехала, а это у меня уже стоит, наверное, неделю. Видите, бутоны держит, бутоны открывает. Вот здесь промежуток без цветов, это цветы пострадали при транспортировке. То есть это не вредность какая-то растения, это издержки переезда. Видите, они даже и разные, разных садовников. Вчера приехала декорум. Вот такая невероятная орхидея, не Абба, но цветы крупные, бархатные, красивые, стоит хорошо, не вредничает. Еще в продолжение темы про названия, которые мы уже знаем, которые нам полюбились. Вот орхидея, новинка. Ее даже перепутали с попугаем. Звучное название попугай. Прекрасная орхидея, но она очень сильно выгорает. И вот новинка. Да, чем-то похоже на попугая, но цветок крупнее. По поводу выгорает, не выгорает, сказать не могу. У меня ее нет. Вижу ее впервые. Все потаенные места сейчас рассмотрим. Полных 9 сантиметров. Некоторые цветы даже немножко больше, чем 9 сантиметров. Я их сейчас привезла и едут еще. Кому нужны. В конце будет визитка под видео. Я обычно оставляю свой номер телефона. Пожалуйста, пишите мне хоть WhatsApp, хоть Telegram. Сейчас, секунду, покажу. С корнями у них тоже все хорошо. Розетка, кстати, небольшая. А цветок, кстати, большой. Да, я стала привозить крашеные мутанты. Это возможность купить какую-то редкую, тоже белую орхидею с мутацией подешевле. Их все равно будут красить, независимо от того, хотим мы этого или нет. Но что я, на что я обратила внимание этот раз, что листья-то, вот она крашеная, а листья-то у нее не пострадавшие. Где же здесь укол? Вопрос. Вот здесь, да? Сейчас, секунду. Краска вниз, я так понимаю, не пошла. Или это не укол? Да, наверное, вот здесь место укола, что ли. Больше нигде не вижу по стволику. Ой, сама смотрю, не вижу, что вам показываю. Ладно, неважно. Розетка у него не пострадала. И слава богу. Белые. Белые бабочки. Тоже каждый раз, когда есть возможность их привезти и недорого, с удовольствием это делаю. Белые бабочки, которые отцветали у меня летом, дома зацветают уже домашним цветением. И все как один зацветают именно бабочками.
Никто не подвел. И опять и снова мутанты. Это Ханни. И она Бантик. Мне кажется, вот как раз Ханни Бантиком быть идет. Мне так кажется. Я много бантиков привозила разных. А вот она прям нежная, и яркая, и красивая, и пышная. Как-то они мне раскинулись во все стороны. Ну что, какой-то надо выбрать. И ответвление, видите? Бутончики, кстати, кругленькие. Вот, у бантиков. Прям смотрите. Кругленькие-кругленькие. У пилоров такие удлиненные, как треугольные. Что тут еще? Что-то я камеру дергаю. Не люблю, когда света нет. Так, от всего происходящего настроения особо нет. Плюс погода подводит. Это примята. Лист у Хани такой широкий, плотный и красивущий. Максимально, вот это я максимально сейчас сделала. В общем, на подоконнике никогда ее ни с кем не спутаете, даже если не подпишете. Но надо же какой-то цветочек нам рассмотреть. И, кстати, надо же что-то поставить нам будет на заставку. Кого сегодня выбрать на заставку? Бантик храпит. Особенно, когда я что-то начинаю рассказывать, действую на нее убаюковый, успокаивающе. Так вот, есть бантики. У меня есть бантик, который храпит, и есть бантик, который я вам показываю. В конце визитка, ждем еще поступлений, все едет, все заказывается, такое движение началось. Пишите, поезда, посылки с ДЭК скоро, все будет у нас, я думаю, все будет хорошо, я очень в это верю. Пока, пока.